Ну вы же видели, она про обрезание рассказывала. Я напомню вам, это моя любимая программа. Слушайте, я ее пересматривал много раз. Она говорит: дорогие друзья, нам всем надо сделать обрезание. Конечно, нудно, пора уже, если так нас будут дальше. Весь, весь организм-то не прокормишь, надо уже что-то... Ну, вот. И снова говорит: дорогие друзья, я хочу на конкретном примере. Есть добровольцы. Показывает зал, а там одни женщины, пред- и постпенсионного возраста. Понимаете? Два мужика каких-то лысоватых сидели, их сдуло. Все. Как только добровольцы понадобились. Вы не волнуйтесь, мне, говорит, подойдет и женщина. Тут я вообще обалдел. Думаю, как в африканских племенах, что ли. Просто мне нужен человек со свитером, у которого был бы большой такой, знаете, ворот, ворот. Вот, вот, пожалуйста, женщина. Вышла одна. Чего она себе думала, не знаю. Выходит такая, как зомбированная, знаете, вышла с этим воротом. Она раввина поставила, стоит раввин обалдевший тоже. Ну, на радость русскому народу, все. Раввина поставила, обрезание. Ой. И вышла, и когда эта женщина в этом свитере, только в этот момент я понял, что вся женщина будет, так сказать, олицетворять предмет исследования. Особенно перепугался раввин, он никогда с такими крупными экземплярами не работал. Она говорит: дорогие друзья, вот смотрите, что происходит. Вот так крайняя плоть закатывается, закатывается, закатывается. Женщина превратилась просто в мешок с картошкой, знаете, или с подарками. Такая, один нос торчит. Вот смотрите, вам плохо, вам плохо. Ага, конечно, плохо, она задыхается в этом свитере. Вот как себя плохо чувствует мужчина. Откуда она знает, у меня вот вопрос. И главное, говорит: а смотрите, что происходит. Инфекция. Герман Шаевич, подержите. Инфекция. Берет конфетти и начинает ей сыпать туда конфетти внутрь. Попадает внутрь, попадает. У той уже полный рот конфетти. Блядь, он Новый год второй раз наступил. Вам хорошо? Конечно, хорошо. Полный рот конфетти. Тогда мы берем и просто отрезаем все лишнее. На этих словах она взяла здоровый садовый такой секатор и отрезала все лишнее. К слову сказать, лишним оказался не только ворот свитера, но и половина волос бедной женщины. Все. И вот смотрите, головка освобождается, инфекция осыпается, осыпается. Мужчине легче, легче. Больше всего мне понравился первый же комментарий, который я прочел в интернете по поводу этого ролика, когда он только появился. А чтобы не было инфекции, нечего сыпать конфетти на писюн малыша.